общем, тут такое дело. Оль, что случилось? Ой, я даже не знаю, как тебе сказать. В общем, я должен тебе признаться. Коль, ты что, опять к Светке ходил? Нет. Ну, говори, я слушаю. Я не знаю, с чего начать. Господи, Коль, да с чего-нибудь уже начни, а? Ты, главное, не волнуйся, ладно? Я жук. Что? Я жук. А тебя твой Мишка, дурачок, что ли, укусил? Какой Мишка, что ты несешь? Посмотри на меня, Маша. Коль, у тебя вообще все в порядке? Маша, неужели ты не видишь перед собой жука? Жук тоже сидит. Коль, прекращай, уже не смешно, ну ей-богу, а! Ты меня пугаешь. Маша, сколько мы с тобой вместе, это... Не помню. Ну ты посчитай от свадьбы. Да это у меня записано, сейчас, подожди. 3666 дней сегодня. Блин, странная цифра, да? Одни шестерки. Так вот, все это время ты живешь с жуком. Понимаешь? Коль, может ты супчика поешь? У меня как раз горяченький готов. А то ночью опять давление поднимется. Да пусть поднимется. Ты веришь в переселение? Конечно верю. Вон наши соседи недавно в трешку переселились, между прочим. А что? Ладно, спрошу по-другому. Ты по китайско нашему календарю кто? Овца. Вот, вот. Я так и думал. В каком смысле? В прямом, гороскопическом. Ой, а ты козел. Я жук. По китайско нашему? По обычному. Господи, прекращай дурачиться, на вот поешь супа. Жуки суп не едят. Как не едят? Веришь, что я жук? Господи, да я просто ради интереса спросила. Маша, а ты помнишь, как мы с тобой поженились? Ну, конечно, помню, Коль. Мечта у нас с тобой тогда-то была. Помнишь? Ну, о чем ты говоришь? Мы столько лет с каждой зарплаты на нее откладывали. Слушай, Коль, а может, мы больше не будем копить? И купим, наконец, уже дачу. Я тут недавно объявление видела. Сейчас покажу. Смотри. Я тебе несколько раз уже говорил, что я жук. 25. А это тут при чем? Да при том, что я наши деньги в карты проиграл. Я их зажучил. Что? Я ж тебе говорил. Ух ты, козел!